Начало осени по традиции отметилось для актюбинцев падением цен на овощи. Так, в сентябре подешевели морковь, репчатый лук, чеснок, капуста, свекла, картофель и сладкий перец. Снижение цен отмечается на уровне 15-28%. Из фруктов почти на 22% подешевел виноград. Стоимость за килограмм сейчас колеблется от 200 до 250 тенге. Не обошлось в прошлом месяце и без скачка цен. На этот раз в линейке продовольственных товаров повышение коснулось мяса. В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем текущего года в среднем по области повышение цен зафиксировано на мясо. Свинина на 6,5%, говядина на 1,4%, а окорочка куриная на 12,9%, куры на 4,2%, яйца на 10,6%. Подорожали фрукты лимона на 15,7%, апельсины на 5,8%, банана на 5,4%. День ото дня дорожают образовательные услуги, отмечают специалисты. Так, на 28% выросли расценки на внешкольные занятия, на 13,5% занятия музыкой, профессиональное среднее образование на 9,5%, среднее на 6,5%. Но обучение в вузах не намного, но стало доступнее. Снижение составило 8,2%. Асель Кинжалина, Сергей Калашников, программа «Факт».